Достопримечательности, созданные своими руками. Александр Щитко, житель села Запорожье, что в Акмолинской области, создает скульптуру животных и выставляет их на центральной площади родного села. Украшенная площадь для земляков стала излюбленным местом отдыха. Александр Щитко по профессии журналист. В свободное же время любит рисовать и занимается скульптурой. В прошлом году Александр решил выставить свои работы на центральной площади родного села. Первая композиция была вот этот орел маленький. Это я просто от души сделал для пробы. Первая проба пера была, как говорится, рук. Лепка ему понравилась, и он предложил мне сделать пару скульптур. Ну вот сделал я вот это первый эскиз. Две косули. Воздрузили, камни привезли где-то со стороны. У нас таких булыжников камней не растет. Все сделали. И второе было желание вот сделать композицию волка. То же самое скульптуру. Это мы сделали. Односельчане не только восхищаются работами Александра, но и стремятся внести свой вклад. На площади теперь пышный цветник, дорожки подметены, бордюры побелены. Площадь стала любимым местом отдыха. В нашем селе Запорожье проживает 2000 человек, представители 21 национальности, 510 дворов, все живем в мире, в согласии. У нас в селе нет миграции, все люди живут стабильно, никто не уезжает. Рождается ежегодно в нашем селе больше 30 детей. Сегодня жители Запорожца отмечают, уровень жизни в их селе повышается с каждым годом. По государственной программе отремонтированы дороги и проведено освещение. А свой грядущий 120-летний юбилей село Запорожец встретит особенно цветущим, обещают его жители. Катерина Бринюк, Жасулан Абдихалык, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, Азат Аитов, Акмолинская область.